Демодекоз протекает в трех стадиях, но есть и так называемый продромальный период, который уже сигнализирует о том, что в организме человека что-то не так. Да, следует знать о том, что если на коже появляется небольшое или быстро проходящее количество розово-красных с синюшным оттенком, без синюшного оттенка пятен, с небольшим шелушением и периодически появляются очаги зуда здесь же, и особенно он усиливается ночью, нужно можно предположить, что у данного пациента или у данного человека уже есть начало. Но начальная стадия демодекоза тоже характеризуется появлением таких пятен. А в чем тогда особенность начальной стадии? На начальной стадии не только эти пятна могут быть. На начальной стадии присоединяются и угревые высыпания, и розовые угри могут появиться, и гнойные остеофолликулярные высыпания, и папулообразные высыпания. И цвет кожи может поменяться, понимаете? Вот это все начальное. Это не как, знаете, вот как границы между государствами. Вот это мое, а это ваше. Нет, это все плавно переходит одно в другое. Где-то в какой-то период превалирует проднормальное явление, потом быстренько наступает первичная стадия, потом вторичная стадия, и все это очень быстро может перерасти в достаточно серьезную проблему. Или в течение какого-то небольшого времени, там, то есть 2-3 месяца максимум, если на это не обращать внимания. Как часто такая стадия перерастает в гипертрофирующую, когда уже появляются шишкообразные образования, когда кожа утолщается? Если не принимать никаких мер, если не любить себя, я повторяю несколько раз вот в наших с вами беседах о том, что нужно себя любить и уважать, особенно женщинам, не допускать распространение угревой сыпи по лицу, тогда все будет в порядке. Потому как в течение какого-то определенного времени, скажем, даже пусть года, если не обращать на превращение своей кожи в конгломерат из угревой и папулезной сыпи, и когда вся эта кожа становится багрово-красной, с синюшным оттенком, скорее правильно землистого сказать, похожую на серо-такую грязного цвета, некоторые участки могут быть. Все это, понимаете, повод для того, чтобы задуматься, что что-то не так вот на лице. Это не просто какая-то юношеская угревая сыпь, это не просто сыпь, связанная с какими-то гормональными проблемами у женщины. Женщины говорят, идут к гинекологу, те говорят, не волнуйтесь, это у вас гормональный сбой. Хороший гормональный сбой, если при этом сбое такое огромное количество преобразований на лице. То есть нужно помнить о том, что демодекоз сам не проходит без лечения. В начальных стадиях может быть. Может быть, если нет значительного нарушения иммунитета. Но лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Лучше обратиться к доктору, и все проблемы могут быть сняты буквально за несколько минут. Угревая сыпь имеет какие-то особенности при демодекозе? Вы знаете, вот я заметил, я привожу примеры из собственной практики. Я заметил, что в начальном периоде угревая сыпь или вообще появление угрей, они меньше содержат гноя. Гнойного содержимого там меньше. То есть просто появляются папулки небольшие, остеофолликулиты с гнойным содержимым тоже есть. Везикулярная сыпь может быть, это когда небольшая крышечка, и под ней вначале прозрачная, потом мутнеет, потом гной, потом корочка появляется. А так, как правило, появляются папулки небольшие и чуть побольше. Это вот характерное, тут нужно всегда, и плюс еще зуд, нужно заподозрить обязательно демодекоз. То есть зуд при демодекозе присутствует всегда? Да. Ну нет, не всегда, но чаще всего бывает. Ночной зуд не всегда присутствует, а так иногда бывает. Чем опасен и как выглядит запущенный демодекоз? Ну, запущенную картину демодекоза я вам уже сказал. Это и синюшно-багровые, и лилово-красные с синюшным оттенком пятна, и землистые пятна, землисто-серые такие, очень некрасивый вид приобретает кожный покров, особенно у женщин. Она страдает из-за этого очень сильно. Большое количество папулезных высыпаний, большое количество угревой сыпи, розовых угрей. Если поражение затронуло кожу носа, то могут присоединиться у мужчин
знаете, такое уплотнение, утолщение, ринофима называется еще это заболевание. Оно может быть не обязательно вызвано демодекозом, но утолщение и, знаете, такое гроздеобразное превращение гладкой кожи в гроздеобразное такое, такой конгломерат на носу. Вот. Когда уже, в общем-то, есть показания к скальпелю и есть показания к тому, чтобы лечить уже хирургическим путем все это, потому что по-другому убрать это невозможно порой бывает. Все-таки демодекоз – это заболевание с хроническим течением, либо бывает острое начало? И так бывает. Бывает начало острое крайне редко, но оно постепенно-постепенно переходит в достаточно хроническую форму. И если неправильно поставлен диагноз, в общем-то, да. Вы понимаете, я последнее время вообще не лечу, не берусь за лечение угревой сыпи, пока я не сделаю анализ на демодекс. Я вам приведу один пример. Девочка была в Германии по обмену опыта студентами. Она поехала туда, через 2 месяца у нее появилась угревая сыпь. Пошла к немцу на прием, заплатила 250 евро. Он ей назначил мазь, которая, в общем, не помогла. Через 2 недели она пришла еще раз, заплатила еще 200 евро, то есть 450 евро. Абсолютно никакого толку не было от лечения, назначенного немецким врачом. Я не говорю, что я крупный специалист в этом деле, но когда она пришла ко мне, живого места на лице не было. Мы сделали анализ на демодекс, через 1,5 месяца девочка была чистенькая абсолютно. Вернее, простите, с чистым лицом абсолютно. Чтобы просмотреть ролик об особенностях опоясывающего лишая на теле, нажмите на планшетку, расположенную слева. Чтобы ознакомиться с принципами диагностики красного плоского лишая, нажмите на правую планшетку. Чтобы подписаться на здоровье сберегающий канал, нажмите на кнопку «Подписаться» внизу экрана.